низко-низко под крик печальных журавлей. Простите, матери, простите, что вам сейчас не до весны, за то, что в журавлином крике мы слышим отклики войны. И сегодня хочется поздравить с праздником и не только мужчин, но и женщин, которые несут военную службу в рядах российской армии. Во всех, абсолютно во всех войсках вы можете встретить женщин в погонах. Это и связисты, инструктора, и медсестры, и врачи. В праздник военных мы можем поздравить женщин, которые никогда не являлись служащими российской армии. Это матери и жены, которые ждут, когда же закончится срок службы сыновей и мужей. Ждут, переживают, волнуются за них. Родина зовет офицера в дальние края, а жена отправляется за ним. Ведь без женской любви солдатам никак нельзя. Ты стоишь на краю перрона, символ мужества навсегда. Ты рязанская наша Мадонна, ты российская наша звезда. Thank you.
на бескрайней просторе.